Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусный салат из капусты. Рецепт самый простой и быстрый. Используемые продукты доступны круглый год, поэтому мариновать капусту впрок нет необходимости. Всегда можно подрезать свежую порцию. Сначала подготавливаем все овощи. 1 кг капусты мелко шинкуем любым удобным для вас способом. 200 граммов очищенного от семян болгарского перца нарезаем тонкой соломкой. Лучше брать перец красного цвета, тогда салат будет выглядеть ярко и аппетитно. 170 граммов моркови трем на терке для корейской морковки или на обычной крупной терке. Дальше готовим маринад. Наливаем в миску 500 мл кипятка, добавляем 15 граммов соли, 50 граммов сахара, размешиваем до растворения всех кристаллов. Вливаем 30 мл 6% яблочного уксуса, 70 мл рафинированного подсолнечного масла и еще раз все хорошо перемешиваем. Теперь в миску с капустой перекладываем все измельченные овощи. Хорошенько их перемешиваем. Заливаем горячим маринадом, снова как следует мешаем и оставляем при комнатной температуре на 2 часа. За это время капусту несколько раз перемешиваем. Через 2 часа салат можно подавать к столу. Но хочу заметить, чем дольше будет настаиваться такой салатик, тем он будет вкуснее. Поэтому оставшуюся капусту перекладываем в чистую сухую банку. Понадобится емкость 1,5 литра. Заливаем доверху маринадом. Закрываем капроновой крышкой и храним в холодильнике. Вот и все. Очень вкусный салат из капусты готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.